Нужно получить 1 квадратный метр. Да тут даже меньше 1 квадратного метра. 1 квадратный метр. Опа. Что за лифт? А, это мус-лифт. Это мус... А, это вообще что? Это какой-то... Фига. Что с ним? Мне кажется, это модернизированная стромка. Это какой-то мел слэш муслив, слэш какая-то стромка. Это какая-то модернизированная стромка. Почему здесь кнопки от КМЗ? Это какой-то Франкенштейн. Реально Франкенштейн. Этот звук. А, это вообще стальной канат. Понял. Я же тебе сказал, это лифт. Чё это за лифт такой? Господи, вот я не понимаю, зачем такие странные лифты делают? Почему нельзя просто как бы однотипно все выпускать? Ну, жильцам-то все похуй. Ну, да, это мы придираемся все. Это время. Мы же типа лифтовые эти. Лифтовые дрочеры. Это реально какой-то мейл слэш. Ну как заведитель какой-то. Не, это... Вообще что-то непонятное. Это новая станция, это новая. Станция? Ну и двигатель тоже. Ой, написано, ведется видеонаблюдение. Несуществующее, похоже. Ну да. Давай, давай. Блефует. Блефует. Меня вообще это слово убивает. Блеф. Этот лифт, кстати, сейчас едет. Я слышал. Ух ты, видно, смотри. Сейчас, стой. В смысле, она что, далеко вон, очень? Вон ее видно, вон она светится красным. Чё, как? Это ЖК домашний. Она же далеко очень. И чё? Как это может быть видно? Бред какой-то, бред. Нормально, в принципе. Неплохо идет. Как там Путин говорил, это... Если страны НАТО будут что-то там это... Слышь? Угрожать нам ядерным ударом... Тихо, станция-то старая. Да... Ты слышишь, станция старая? Не вызывается сразу. А, ну да, значит, явно мудрка. Вот, сейчас поехал. Если страны НАТО будут угрожать нам ядерным ударом, то напоминаю, что у России... Как там это? Лифты еще не поменяли. А, да. У России самые старые. Современные лифты, а иногда даже и обходят по современности европейские страны. И это не блеф. Да, пародия на Путина. Квартира номер 766. Господи, какие нахер 16 подъездов? Вы чё? Вот так вот. Это чё за муравейник? Ну слышь, выглядит вообще нормально. 12th floor. И чё? Ну... Алло, гараж. О боже, когда он же приедет? Знаешь, я уже третий раз вызываю, иногда он... Так, понимаешь, иногда такое ощущение, что лифт едет там этажа с минус 50-го. Ну типа реально. Так долго, потому что... Minus 15th floor. 50s. Опа, смотри-ка, открыто. Чё там? Там ПК, смотри. ПР. Ну да, пожарный комп. Пожарнука. То где едет? Он чё там, реально, что с 50-го этажа едет? А. Он только сейчас вызвался. Что это за кнопка? Сейчас это он надо... едет. Смотрите, эта кнопка, она нажимается только если устроить на ней спам-челлендж в Geometry Dash. Да, она, это, она, у нее просто ход маленький. Не-не. Шок-контент, спам-челлендж на кнопке от мус-лифта. Кажется, сейчас же кто-то, мне кажется, уже сейчас кто-то выйдет там. Где скажут, ух, и сок, и чё, ау. Потому что мы тут шумим еще. О, нихрена себе, смотри, можно винтик крутить и затопить подводную воду. Кстати, давай. Да иди там, надо. Ну ладно. Слышишь, не знаю, я не шарю. МКС приехал. Боже, серьезно. О, а нормально то, что тут тоже 12 этажей? Так, это везде так. И видишь, он закрывается так же. Здесь шкалки другие, вот эти выпуклые. Да. Нет, просто понимаешь, еще один признак старой станции, он закрывается сразу же после нажатия кнопки. Да, я понял. Ну, значит... Двигатель явно плохо, он как-то странно звучит. Прям очень странно. СК. Фига себе, открывается. Вот это. Щелка. А, не. Умай. Щелка. Ты что, любитель щелок? Или
любители. Ладно, я не буду это на ютубе говорить, что забанен. О, бан слово от твича. Ну, плохие лифты. Только мы опять все засрали своими разговорами. Я там дверь, смотри, как она высоко была. Да. Опускается. Ладно. Блин, видела, что на 5 минут получилось что-то многовато для 12 этажей. Прям очень многовато. Ну, блин, этот лифт такой. Этот лифт, ну, собственно, вы поняли, что это за лифт. Который ни хрена не называется. Неплохо. Город 77.